helicopter, helicopter. Парагофер, парагофер. Это гениально. Гоу в этот город. Так, ну сейчас мы играем с фулл лутом. Ребят, я так рад, что я выполнил челлендж с вот минуты на лут. Это просто коллапс головного мозга. Я правда так долго хотел его сделать. Че, выиграем третью подряд? Если выиграю... Ребят, если я выиграю третью подряд, что вы скажете? Ну, то есть, кто-то, интересно, вообще ожидает этого или вообще никто уже? Прям точно. А спонсором этого видео является букмекерская компания под названием 1xBet. 1xBet — это самый надежный и проверенный букмекер. Там всегда самые большие коэффициенты и самые быстрые выплаты. Ну и супер новости насчет моего промокода. Теперь мой промокод от 1x дает вам бонус до целых 25 тысяч рублей на первый депозит для новых пользователей. Так что не упускайте свой шанс и присоединяйтесь. Все ссылочки вы найдете в закрепленном комментарии под этим видео. Это вообще случай мне рекорд? Меня реально за час никто не чпокнул. Мужики, не, стоп, шутки шутками, ребят, подождите. Меня за час ни разу не убили. У меня такого никогда не было, я уверен. Здорово, корова. Ой, над головой пролетело, кстати. Получаю это, дурак. Попаду, не? Не, на самом деле вообще на что я рассчитываю попасть? Если я попаду, это будет шок. Но попасть хочется. Тормознул, да? Друг, это реально херово, я клянусь. Вот за час меня никто не убил. Ты реально хочешь тормозить и вот сейчас что-то делать? За час никто не убил. То есть ты реально думаешь, что ты будешь первым? На полном серьезе, да? За час ты будешь первым. Нет, то есть, возможно, конечно, но что-то... Зачем вы пробудили Веном? Рувя, дружище, респект за последнюю катку до обновления. От души и красавы, и удачных каток. Мужик, спасибо огромное. Куда ты столько... Бро, мега приятно, спасибо. Я сразу подумал, что это тиммейт с той каточки, если честно. Вот, но я так понимаю, не тиммейт. Но там прям все звезды сошлись. Там, мне кажется, просто совпало очень сильно. Ну там трындец просто. Все, что нужно. И все, что нельзя. Боже, я вообще целюсь! Мужики, я ничего говорить не буду, в принципе. Я вообще не целюсь, и я попадаю просто фликами всем в эти головы. Что это? Как же медленно едет машина без колеса, ребят? Она, в принципе, и с колесом быстро едет. Чё за... Где он? У него на самом деле есть шансы. Ага. Пробиваем колеса, значит. Чел, ты тратишь время. А, там машина есть же, да? Я вообще не целюсь, боже. Так, ребят, хорошо. Надо грену докидывать до туда по-любому сейчас. А, нет, давайте сделаем умное решение, ребят. Давайте сыграем на IQ. На IQ жестком. Кручу справа. Ты вроде ничего важного не писал, мне так показалось, наверное, да? Он на фулл серьезе думает, что я не понял, где он. Это нормально, что меня недооценивают настолько? Без шансов, мужики. Килл номер 3. Блин, как непривычно без метком... без медкомплекта, вот. Жесть. Я хочу теперь все, чтобы он у меня был постоянно в инвентаре. Только где его добыть? На постоянку. Сковородочка. Ну чё это? Блин, ну челик заряженный, кстати, был. Чё, ВСС плюс калаш. Нормально, нормально. Играбельно. А книги мне просто скучно. Ну вот ты по мне пострелял. А зачем? Ну вот зачем, реально? Ой, тут два противника одновременно. Этого загасили, да? Ребят, походу этого загасили. Блин, просто если нет... Да, мужики, это труп. Позиция говна, я тут точно сдохну. Не, реально же говна. Ха, я все попадаю, ребят, скорее, я просто все попадаю. Окей, лутаем его, забираем его гранаты. Были ли у него гранаты, вот в чем вопрос.
24SM, горяк. Да, все, что ты там, что ты? Он в зоне? Нет, он не в зоне. Так, ну что, он будет как-то там что-то здесь? Ребят, я что-то думаю, что я тут умру, давайте в инвентарь уедем. Ну или давайте я его убью, а потом уеду. Вот так вот. Здоровенько. Доброго ранку, мій друже. Як ваші справи? Типа по барабану. Типа вот вообще, да? Вот не надо, да, пикать? В твоем понимании это бесполезно, да? Говножуй я. Он пропал просто. Ребят, надо сваливать. Меня сейчас слева начнут подкрышивать, подкрысивать. Или как это подкрысивать, да? Все, едем в зону. Вроде бы хочется в зону, а вроде бы хочется убить этого челика в третьем шлеме. Я вообще не понимаю, где он. Ой, понимаю. Я не вижу прицел. Я не видел прицел, просто у меня мушка сливается с воздухом, с небом, с чем, не знаю, со вселенной. Я тупо не вижу. Надо полутать. Сложный килл такой. Тут проблема просто невидение прицела. На камне? Так, если я залутаю, ну по идее он же мне не помешает залутать. Вроде не должен. Что там? О, дебилоид, где АВМ? Почему ты взял патроны? Боже, как... Эй, Иван, что, выкинул я, да, где-то рядом? Или что, К2, мутант? Нет, он не выкинул. И лут говно какой. Ребят, какой-то ужасный чел, неприятный. Топ-24. Не дай бог, я выиграю еще одну игру. А, ну все, наконец-то, перевернулись. Спасибо. Окей, берем камень, давайте. Раз что-то пошло, ребят, ну что, давайте берем камень. Без страха, без боли, понимаете, играем. Без страха, без боли. Играть это круто. Со страхом и болью играть это не круто. Ну и чё? У меня в голове было, что он тормознул где-то вот под этим вот... не знаю, что это. Контейнеры, да, под этими контейнерами. Контейнером и мусоркой справа от контейнера. Вот, но там никого. Это чё? Нет, это не чё. Блин, машину жалко, если честно. Спасибо. Ой. После игры прочитаем, мужик, спасибо огромное. Там просто много и текста, и я вот тут вот... буду пытаться выжить. Хочу от бедра вот так убить, как-то просто нереально хочу убить. Близко. Ладно, давай. Все, ребят, собрался. Информирую, прошло 1:17 с момента, когда начал стрим, и за 1:17 меня еще никто не убил. То есть, если он меня убьет, он будет, получается, первым. Вот, и я не знаю, но почему именно он, допустим. Я не считаю, что это должен сделать именно он. Ну, поэтому мы его убиваем. Все-таки не он. Блин, а кто же? Я пытаюсь понять. Вот очень долго я пытаюсь разобраться. А как попадать? Ну, да, пытаюсь разобраться, но что-то не выходит. Он просто бежит там или что? Ребят, оружие не работает. Работает. Дайте нормальный прицел. Я всю игру бегаю с четверкой, мне нравится восьмерка, если что, четверку не люблю. Блин, еще одна четверка. Четверка на четверку, интересно, конечно.
Но у него ничего для меня не было такого прям, ну, супер классного, да? Да. Топ-15. Боже, я не могу выиграть еще одно. Это уже просто, типа, невозможно. Наконец-то у меня гранат нет, все, сейчас меня точно игра накажет, я думаю. Тормозни, братик. Килл номер 7. Не знаю, я просто выбираю самые идеальные позиции в самые нужные моменты. То есть это идеальные тайминги называются. То есть я, ну, может, не лучшим образом играю. Мне просто как-то то ли везет на позицию, то ли я в натуре выбираю нормальные позиции. Я всех убиваю по-правильному. Как так получается? Мужики, я, походу, что-то сделал. Что-то где-то кого-то переиграл. Так, единственное, сижу как-то вот немножко неудобно. Вот прям немножко. Сейчас, ребят, я усядусь. Вот плюсик нажму, перс побежит. Ну вот, я сейчас усядусь. Все, уселся. Отлично. Как думаете, слева меня будут пикать? Это что, труп или... Да, это труп. Блин, как прекрасно бегать с этим шлемом. Меня ваншотит только АВМ. То есть это просто грация. Давайте возьмем смоки по приколу и просто выкинем их куда-нибудь, допустим. Ну, смотрите. Допустим, вон туда. Ну, то есть просто, чтобы челик такие... О, май гаш, там что-то происходит. А мы такие... А мы тут. Блин, идеальный камень, но я думаю, там чел. Я думаю, там чел, но, знаете, думать мало. Нужно действовать, погнали. Какие прикольные смоки. Я сам на свой смок только что забатился, гений. Я же говорил, кто-то забатится. Нет, тут нет чела. А там? Там тоже нет чела. Здравствуйте. Здравствуйте. Блин, я вот вроде пассивно не играю, но почему-то у меня тут никого нет. Позиция так... Мужики, топ-11, кстати. Мы еще живы-здоровы. Ой, как он далеко лутается. На, умри. Если бы я сейчас убил, мужики, лучший килл в истории PUBG, лучше никто не сделает. Но я не убил. Блин, ну справа, ну кто-то же, ну побежит же, ну. Ура. Ура, меня заметили. Я все-таки существую, на самом деле. Уже думал, что нет. Если честно. Ой, видел. Это он разве? Мужик, я тебя увидел. Блин, херово. Ну он не в зоне, я даже не буду на него грена тратить по барабану. Как я вообще увидел эту змею, понятия не имею. Но я думаю, что, ну, если он так играет, то... В принципе, проблем у нас с ним, по идее, возникнуть не должно и трудности. Оп-оп, чудогоп. Ну что, друг? На крайний случай у меня С4 и граната. Перс прыгает, зашибись. Не могу забить, все, похрен мне вообще, давайте бустаюсь. Все, сейчас, этого не было, это просто никто этого не видел, и все. Погнали. Какой-то деп, он просто на контроле идет и живет, что это такое? Минус греном. Я трачу раскид, хер пойми на что, мужики. Он лежал, потом просто на картонах идет, и мне ни один патрон не попадает. Ну, то есть я просто не могу прицелиться. По какой-то неизвестной мне причине. Ладно, сейчас, все, я сейчас реально кину тебе С4, я сейчас сгорю. У тебя ж нет зоны там? Пожалуйста. Нормально. Килл номер 8. Хиляемся. Мужики, топ-7. Как же сейчас херово пострелял, ребят? Ну не обессудьте, правда. Ну, бывает, не залетело вообще. Ну, то есть не то, что не залетело, я просто мышку что-то не чувствовал. Я забыл про то, что она у меня в руках, если честно. Были гранаты, друг? Ну ты ж не зря ползал, лутался, да? То есть по-любому на земле что-то понаходил там. Одна С4, два смока, флешка. Ну, по луту объективно, да? Но не лучшим образом я попал, трындец. Да ну нахрен, 2 из 2!
Пожалуйста, судьба там что-нибудь. Что это? Это коряк с коллиматором? Как это вышло? Так, ребят, 40 секунд. В принципе, норм. Тут можно бежать. Единственное, меня видят все эти кемпы. Но когда меня это напрягало, кто-нибудь скажет? Тем более, если не ошибаюсь, тут домик в зоне. Топ-6. Если, не дай бог, под машиной кто-то лежит, это будет коллапс полный. Не, ребят, халява халявная. Переживаю вообще. Блин, смотрите, в чем прикол. Эта штука в зоне, то есть оттуда к домику бегать, бежать не будут. Я думаю, что в домике кто-то есть просто. Вот в чем момент. Как же я его харасю, ну я про... Сколько ты можешь жить? Ага, он там в зоне, да? Нахрен. Фу, шаги топ-4. Че ты лезешь, бля? Я без шлема. Сейчас, сейчас, ребят, я допотею эту качку. Мне очень обидно, что я эту, скорее всего, не выиграл. Нет шлема, одна аптека. Ну, то есть, вот это я в натуре уже не выиграю. Это уже перебор. Сейчас, по идее, одна граната должна лететь какая-то. Где-нибудь. Куда бежать-то? Я выиграл.